Приветствую любителей чая. Наконец-то у меня дошли руки записать чайный обзор. Остатки моей былой роскоши, моей коллекции на тему ройбуш, ханибуш и гринбуш. Но на самом деле у меня, к сожалению, остался только ройбуш из основной такой коллекции. Вот оно, правда, тут пакетики. Это чай ТЭС. И тут у нас немножко смесь. Потом вот этот, кажется, я покупала сама уже, ройбус, как его так не обзывают, длинная иголка. И вот этот я уже покупала, такой же еще дарила Насте Лукьяновой, ройбус и земляника от Надин. Но это уже вот, если грубо говорить, то первое место, второе место и третье место. От безысходности можно и Надин. Ну, не могу сказать, что он плохой, он хороший. Я иногда его тоже покупала, когда у нас еще был предыдущий магазин чая на развес. Но все-таки лучше, наверное, такой вот или кантатовский, или унции. Или что-нибудь еще подобное развесное, совсем развесное. Ну, подороже, но как бы покачественнее. В общем, что хочу сказать. Впервые в 2009 году, когда мне одна моя знакомая как-то послала чай в посылке, первый человек, кто мне послал чай в посылке, я его попробовала, и он мне совершенно не понравился, я его не могла понять, что это за гадость вообще, как его пьют, какой-то сладковатый, непонятно, это вот был именно ройбуш. И тогда моя подруга сказала мне одна, что типа, вот ты любишь всякие чаи, так раз в пух и в прах меня разнесла и сказала, как же так, вот ты любишь всякие чаи, а этот не пьешь. Это же таблица Менделеева в одной кружке. Ну, действительно, таблица Менделеева практически в одной кружке. Тут очень много в ройбуше минералов, микроэлементов, ну, в смысле микроэлементов в плане минералов, да, и этих минеральных веществ и витаминов. И можно его пить, когда вы простужены. Можно его пить и даже новорожденным. Это чай бушменов. И в свое время, по легенде, легенда гласит, что бушменские люди своим бушменским детям новорожденным, когда у тех были колики, заваривали вот этот вот чай. Ройбуш или ройбос, чаще всего ройбуш, это красный куст, либо красное дерево, соответственно, живет, растет в Африке. И, возможно, у меня кот тут будет в кадре вылазить. И, короче говоря, он бывает, соответственно, красный, вот как у меня тут в чайнике, я его на свечке, это уже вторая свечка. Он, наверное, у меня часа три стоял, если не четыре, потому что я тут что-то делала на кухне, его попутно поставила, чтобы он сварился. Ну, конечно, его можно заваривать обычным естественным путем, как обычный чай, чайная ложка, две чайных ложки, три чайных ложки, как хотите, на стакан, на чашку, на чайник 300 мл залить кипятком, можно сказать, практически скипевшим, только что скипевшим, и настаивать около 5 минут, ну, минимум 5 минут. Максимум 2-3 заварки он выдерживает, насколько я помню. Пью я что-то вообще редко. И его даже можно пить, так как в нем нет кофеина, даже на ночь. В принципе, он даже считается как бы такой успокаивающий. И, конечно, когда вот, допустим, лето, его можно пить холодным, он тоже вполне себе вкусный. И такой своего рода освежающий напиток. У меня тут малюсенькая шпаргалка, хоть я готовилась давно, но решила себе все-таки набросать. И раньше я его рекламила всем, как этот напиток бушменов. Типа, что это за чай, его бушмены пили. Ну, в общем, то, что я тут уже сказала про красный куст. И есть еще гринбуш. Гринбуш чаще всего встречается в каких-нибудь смесях. Возможно, у меня на канале когда-то был, я знаю, что был обзор на мате. Возможно, у меня там тогда еще, может быть, мне или ему повезло, это был мате-карнавал, такая смесь. Там, возможно, был в составе именно еще вот этот зеленый ройбуш, он же гринбуш. Гринбуш — это менее ферментированный чай, ну да, его делают из всяких там росточков, листочков, маленьких веточек. Он бывает как длинноигольчатый, и бывает короткоигольчатый. Вот хоть тут и написано, что это длинная иголка, но вот когда он у меня тут в чашке немножко плавает, там встречаются и более короткие иголочки. Пытаюсь как-то это показать вам, но вот я на него смотрю чисто в пакетике, у него, по-моему, короткие иголочки. Хотя вот мне Юлька присылала много раз раньше чай этот из кантаты или из унции, и там попадались такие поприличные иголочки, длинная иголка, да, вот по-другому-то назвать никак. И, короче, что еще?
Ну, а ройбуш сам по себе его более долго ферментирует, и, соответственно, он приобретает красный цвет. Зеленый же цвет, потому что вот тут сегодня в интернете даже глянула, якобы его ошпаривают водичкой, чтобы замедлить процесс ферментации, он становится зеленым. Ну, сейчас в интернете очень много чего написано. Если вам интересно, можете погуглить ройбуш, что с ним делают. Ну и что еще у нас такого? Да, вот про младенцев я тут сказала. Тыры-пыры-растыпыры. И, кстати, все их, и зеленые, то бишь гринбуш, и ройбуш, и медовое дерево, он же ханибуш заваривают, в принципе, одним и тем же способом. По вкусу он чуть-чуть такой сладковатенький, чуть больше сладковатенький, чуть меньше сладковатеньким. Соответственно, он в России подается и в чистом виде, и с кучей всякого всего. Одно время я еще на ЧБ покупала чай, и там был, в общем, не, даже я как-то заказывала ройбуш, по-моему, с черникой или еще с чем-то. Если вы хотите купить ройбуш и пошли в магазин, обычный такой, типа там пятерки, там подобное, увидели там гринбуш, ройбуш, блин, как он, гринфилд, карамельный или Ахмад карамельный ройбуш, я не помню, как он вообще, какая именно фирма, но я помню, что был такой пакетированный. Лучше сходите в какой-нибудь более дорогой магазин на развес с чаем, потому что он сам по себе по вкусу как карамельный. Вот нафига там в эти пакетики засовывают кучу ароматизаторов, хотя в пакетиках вообще любой чай, по-моему, засовывают дофига всякой хренотени. Очень редко, когда в пакетике нормальный чай. Ну, то, что он полезный, я уже сказала, то, что он там при простуде, а еще считается, что он утоляет, ну, как бы жажду, чувство голода, и те, кто жаждет похудеть, могут его пить. У меня его даже бабуся пила периодически. Он по цвету, как вот видно в чайнике, очень смахивает на обычный черный чай. Я перед вами еще тут его слегка попила. Ну и при вас его налью. В принципе, если вот в таком чайнике заваривать, то его можно даже не разбавлять, можно пить одну заварку, грубо говоря. Он действительно такой мягко-специфический вкус, не знаю, как бы с чем сравнить. Но, допустим, медовое дерево, он же ханибуш, которого у меня, к сожалению, нету, но который в России вполне можно купить или у Надин, или у чайной компании на развес, и он будет называться медовое дерево, и, скорее всего, будет содержать какие-нибудь суперсухофрукты и немножко ароматизации, и, если повезет, то не будет содержать эту ароматизацию, но сухофрукты. Чаще всего он преподносится нашими компаниями, вот этими дешевыми, но я считаю, что, в принципе, дешевые. Надин и русская чайная компания на Жерчика, как медовое дерево. Вот он действительно, он как будто бы с медом, немножко такой более сладкий вкус, такой специфический, если вы ели нормальный натуральный мед не из магазина, не из магазина, в магазине ни разу не покупала. Покупала только в Белоруссии и на Коломенской медовой ярмарке. И, в общем, если вы ели нормальный мед, то, в принципе, можете представлять, что это вот такой медовый вкус. Не тот медовый вкус или запах, который в косметику кладут, и он там совершенно медом не пахнет, а именно нормальный. Так, ну и что он тут? Чем он тут отличается? Кстати, они все, по-моему, оба растут в Африке и нас. Тут даже глянула в интернете, что пытались его и в Америке там разрастить, и в Австралии, но что-то нигде он не прижился, только в Африке. И вот я иногда так давно еще, когда на Али что-то заказывала из чая, лазила, когда там вылазил ройбуш, я думала, ну да, значит, оттуда везли в Китай, из Китая повезут в Россию. Не легче ли заказать на ЧБ? Пусть подороже, но зато хотя бы знаешь, что это действительно ханибуш или ройбуш. Ну, соответственно, как я, наверное, уже говорила в начале, ханибуш это у нас медовое дерево в переводе. Буш. Я так подозреваю, что у бушменов вот этот буш это именно куст или дерево. Если я не права, поправьте меня в комментах. Буш-буш. Бушмены. Сейчас подумала, если буш это дерево или куст, бушмены. Люди. Дерево, деревянные люди. Ну, как-то так. В общем, что я тут вам заговорила еще про тест. Тест у меня был вообще такой набор, у меня из набора остался только вот этот вот сбор.
я считаю, что это сбор. Тут у меня, правда, пакетики, потому что из самой коробочки оно уже немножко просыпается. Поэтому я делаю пакетик на него. И тут в маленьком таком пакетике вот такая вот смесь. Что у нас в этой смеси? Я, конечно, могла бы это обозреть отдельно, но раз уж тут тема ройбуша, ханибуша и грингуша, в итоге, что у меня только один ройбуш и остался. Тут у нас мате, ройбуш, лимонная сольга, лист черной смородины и мята. 30 грамм было. Ну, вот такую смесь лучше заваривать, конечно, летом, в теплое время года, потому что вот как-то я его пыталась зимой или осенью заварить, и что-то он у меня не пошел, он исключительно вот такой освежающий. Судя, чисто вот даже потому, что какие там компоненты, у меня немножко просыпалось. Просыпалась у меня исключительно лимонная сольга. Ну и третий такой сорт, это у нас напиток чай, чайный напиток с ароматом земляники, листья и стебли южноафриканского растения ройбос, кусочки ягод клубники, листочки клубники и ароматизатор. Ароматизатор не знаю чего. Но вот одно время я покупала как-то тоже на расцвет, он чаще всего встречается с клубникой. В мате, кстати, тоже клубнику кладут еще куда. Куда эту клубнику только не суют. В принципе, он сам по себе такой неплохой. Есть у меня лопача, просто лопача с клубникой. Вот просто вспомнила, как-нибудь я его тоже обозрю, запишу. И заодно сама попью, а то что-то я про него совсем забыла. Готовилась давно, готовилась месяца 4, собиралась записать, но вот совершенно по ходу дела сумбурный такой обзор получился. Но зато чайный, у меня там кто-то с тифаретника хотел этот чайный обзор. Может быть, не этот чайный обзор, но все же чайный. Ну и вот он у меня тут в колбочке. Я вообще хотела сначала засыпать полностью без колбочки внутрь, чтобы он тут плавал. Но так как у меня тут ситечка только вот здесь, то решила все-таки оставить в колбочке. В общем, вот такая у меня тут таблица Менделеева в одной чашке. И вреда от него никакого. Ну вот, как гласит легенда, если пить его натощак, то будет от него вред. Ну я не знаю, может, если его использовать вместо еды, то будет какая-нибудь там вредная хрень. Ну, иногда его просто пью даже летом вместо еды, потому что жарко, а он вполне себе ничего. В общем, если хотите, чтобы ваш организм попитали витаминчики, заварите себе ройбуш. Всем спасибо за просмотр и пока!